Всем привет! Вы на канале Лина Лори. Сегодня у нас видео про коров, про то, как я ненавижу бобров и почему я это терпеть не могу, этих животных. Также мы сегодня покажем, у нас приболела одна собачка, почему и как мы обрабатываем ее болячку. К нам подошли наши коровочки, их сейчас заедают. Не будем сильно долго их мучать, они могут уйти. Но все, кто подписан на мой инстаграм, либо подписан на мой канал, я рассказывала, что мы приобрели коров породы Герефорд. У нас их сейчас 9 вместе с телятами. Вот такие вот у нас красавицы. Так вот, здесь протекает река. Вот там видно, что она такая, какая-то ложбина непонятная. И 3 года назад река была достаточно глубокая, узенькая, глубокая. Мы из нее брали воду, мы ходили с собаками на нее купаться. В общем, жили очень счастливо до поры до времени. В том году, в позатом, к нам пришли бобры. Они запрудили эту реку. И вместо того, чтобы она была одной большой и глубокой, она растеклась на много-много маленьких ручейков. Мы сделали электропастух, вот он у нас натянут, с выходом к реке. То есть коровы могут, сейчас я поверну, коровы могут идти и выйти к реке вот туда. Все было бы ничего, но опять же бобры сделали нам вот эту пакость. И коровы, так как у нас засуха, у нас 34 в тени было, 37 даже вроде как-то было, река у нас пересохла. Коровы туда пришли. Кстати, коровы в реку ложатся, лежат, отдыхают. Их не кусают там пауты, потому что водичка обтекает. В общем, все было классно. И рано или поздно это должно было случиться. Коровы перешли реку и ушли у нас в лес. Сейчас я покажу, что там дальше. Там вот такой густой лес. Вот там. Палец свой не вижу. Они перешли в наш густой лес. Мы кинулись за ними на поиски, и целые сутки мы лазили по непроглядным вот этим дебрям. То есть на самом деле ты идешь, раздвигаешь ветки, раздвигаешь кусты, выходишь на какую-то непонятную поляну, и там видно, что были коровы, они там топтали, они там лежали, они там отдыхали. Ты идешь дальше до следующей поляны, и это длилось ровно сутки. То есть с 8 утра первого дня до, кстати, не сутки, а больше, где-то до 2 часов дня следующего. Мы ходили и искали их. В общем, мы их нашли. Вот пригнали обратно. Больше такую ошибку мы не делаем. Мы там им загородили, чтобы они не перешли реку. Смотрите, у нас какой классный туман. Красиво. Это моя страна. Да, мы берем в аренду вот эту всю землю. И это наше, как я это называю, мое королевство. Я тут королева-самодур, что хочу, то и творю. И вот сейчас у нас там пастух не задеть, боюсь задеть пастух. В общем, сейчас у нас там пасутся коровки, а завтра, послезавтра мы перенесем, потому что тут уже подсохла трава. Опять же, из-за отсутствия дождей трава у нас маленькая, там подальше она еще большая, поэтому будем переносить. Кстати, вот здесь вот коровий пастух заканчивается. Вот, видите? А там начинается сразу лошадиный пастух. Беленький. То есть у нас 2 загона друг из друга вытекают. Вот. Со мной вот эта вот меховушечка, которую зовут Лаванда. Вот такая вот она. Она у нас не выленила. То есть на самом деле это хаски нестандартной шерсти. Я про них уже рассказывала, таких собачек. И вот она должна уже была к лету вот этот свой пушок сбросить и должен был вырасти ость взрослая. Она будет пушистая, но она более такая жесткая, и воздух хорошо через нее проходит, даже когда собака длинник. Но наша красавица решила, что как для нормальных собак она не будет поступать. Она сделала все с точностью да наоборот, и поэтому она осталась в шерсти. До чего я хочу рассказать вот эту штуку и показать. Вот у нас такая штука тут получилась. Вот на камеру видно. Это типа мокнущей экземы. Она влажная. Это вот мы уже убрали часть шерсти. Оказывается, вот это все отходит. И сейчас мы здесь будем убирать все это поле, оголять и обрабатывать. Почему хочу... Там кошка. Сейчас мы будем позировать хорошо, потому что кошка...
кошка решила нам помочь в съемке. Итак, почему хочу показать и снять это все? Потому что у нас есть самоеды. У самоедов такое бывает часто, потому что у них шерсть именно вот более такого плана, она более мягкая, чем хосячья. Не знаю, какие еще породы с этим сталкиваются, но у самоедов точно есть. И вот я первый раз столкнулась с тем, что такое есть у хаски. У малабутов, кстати, у пушистиков такого я не наблюдала еще. Итак, вот эта вот дыра. Что мы с ней будем делать? По возможности максимально ее открывать. Я хотела побрить, но тут хорошо все отделяется, поэтому я брить не буду. Котята, вообще, еще там один идет. Так, сядь. Все, лежи. Мы на тебя ставим эксперименты. Чем же обрабатывать? Сейчас я схожу очень интересную штуку. Если вы не ветеринар, и у вас какая-то штука на коже у собаки выскочила, что с ней надо сделать? Если это влажное, мы это сушим. Если это сухое, мы это увлажняем. То есть, если бы тут была какая-то короста или корочка, это можно было бы намазать левомиколем. Ну, промыть там перекисью, чем-то, но чтобы это все было влажное. У нас эта штука влажная, и мы будем обрабатывать стриптоцидом. Сейчас пошел новый стриптоцид. Кинь сюда. Кидай. Рановиксим. С моим картавым рэ вообще самое классное выговаривает. Рановиксим. Я почитала, в составе это стриптоцид. Правда, в очень удобной форме. В общем, все элементарное просто. Берем эту штучку, там прекрасный порошочек, кладем собаку, говорим, чтобы она лежала спокойно. И все это пятно мы просто хорошим слоем засыпаем. Можно еще так разровнять. И смотрим, наблюдаем. А, кстати, от чего это бывает? В общем, эта штука, как я поняла, у меня у самоедки она была зимой. Собачка полежала, шерсть намокла и промокла именно до кожи. Она полежала, внутри получился парниковый эффект. Ну и тупо получилась вот такая экзема. То есть ничего там такого заразного или инфекционного, каких-то бактерий не бывает. Другие собачки не заражаются. Заражается одна, это не лишай. Лишай немножко другой. Он идет пятнами по не у одной собаки и пятен несколько. Там есть маленькие волоски. В общем, это не светится. Это самоубийца, что ли? Иди отсюда, ты пришла наглеть? Вот такая вот штука у нас получилась. А мы пошли удалять всю эту шерсть. Наверное, ее придется помыть по-хорошему. И по-хорошему это все супер-мега-феном оторвать без разрешения собаки в избежании теплового удара. Хотите посмотреть, когда она будет лысая? Разницу. Интересно было видео. Оно получилось короткое, потому что память на телефоне постоянно пикает. Это заканчивается у меня память. Сейчас я его подчищу, телефончик, и следующую запись я сделаю подлиннее. Проф, кстати, еще по бобрам хотела сказать. В общем, такая штука интересная. Они у нас... Вы знаете, как бобры съедают деревья? Они такие становятся остренькие, такие вообще... И сегодня наш работник, незаменимый наш работник, шел, споткнулся, и вот эта штука впилась ему в щеку и проткнула ее насквозь. Да, сегодня я успела съездить в травматологию. Шовчик есть... Типа, как сказать, все хорошо, тоже ничего не сказать. Плохо. В общем, и это все просто из-за бобров. Река разлилась, коровы уходят, бобры живут. Ветки вот эти торчат, которые супер острые. Дальше, что еще? Мы думали, они испугаются собак. Но собаки к ним не лезут. С ними никто не связывается. Если под моего места они вот 500 метров бы чуть-чуть подальше построили, вообще бы претензий не было. Туда 500 метров и туда 500 метров. Но на участке, который прилегает река, мой участок, тут стоят три бобровые хатки. Вы представляете, три. Они не то чтобы не занесены в Красную книгу, они здесь плодятся и размножаются в каком-то огромном количестве. Вот. И ничего с этим сделать нельзя. Будем им надоедать нашими коровами. Может, они, знаете, как это, ласки не любят козлов, заводят козла, чтобы не было ласок, да? Или стады овец заводят, чтобы овец не ели волки, берут экскременты
из другой стаи волков, например, там в зоопарке где-то покупают, и по периметру раскладывают, чтобы волки местные пришли, понюхали и решили, что это чужая территория, и не ели овец, не совались туда. Может, есть какой-нибудь способ, там, я не знаю, вредных коров завести? Может, нутрии выпустить, они их выселят? Ну, нутрии у нас не выживут зимой. В общем, вот такие у нас приключения. Лайк, лайк, помните лайк такой? Пальчик. А еще напишите в комментариях. Это поможет продвижению нашего канала. Спасибо вам, друзья, и до скорых встреч. Пока.